Состав Реала. Тут гораздо все проще. Кейлор Навас номер первый. Защитники слева направо. 12-й Марсело. 4-й Серхио Рамос. 3-й Пепе. 23-й Данило. Более или менее это получается. Бакамбу. Пас направо. Можно бить. Удар. Штанга. Боже мой. Динамичную атаку. Бакамбу прорвался по центру. Скидка вправо. Бензема шустрил. Марсело снова с мячом слева. Подача. Ой-ой-ой. Естественно, Льорис достойный конкурент. Продолжим позже. Мяч перехвачен. Опасно. Гол. Третий гол в сезоне. Давайте посмотрим еще раз. Вот Бакамбу. Да, Сальда. Бам. Потеря. И Сальдадо. Мне кажется, что Сальдадо сейчас нарушил правила. По-моему, там завалил рукой все. И вот опасный момент. Бакамбу. Послушайте, как же он ушел от Пепе-то. Посмотрите. Еще раз мы смотрим Пафли. Опасный момент. Бензема. Но атака была смышленая. Впрочем, мне показалось, что во второй тайм. Передача. Гол. Как тут можно не забить-то, а? Играл, говорит, по счету. К нему претензий мало. А вот у мадридцев, ну вот хотя бы вот сейчас, вот хотя бы здесь. И, боже мой, когда я видел это в последний раз? Марсело. А Марсело в центре. Вот смешно. Удар. Свисток. Да, вот здесь, конечно, было все. Кстати, Ундиано сегодня судит просто замечательно. Не то чтобы у него... А в новом сезоне, я думаю, Реал вполне новый президент. Опасный момент. Промах Бензема очередной. Ну вот, данные прекрасные. Вратарь все-таки еще молодой. Опасно было сейчас, когда пробил Хамес Родригес. Да? Вот он приложил мяч с левой на правую.